В нашем музее работает палеонтологический кружок для школьников, одним из руководителей которых я являюсь. В ходе занятий мы изучаем историю жизни на Земле и, среди прочего, ездим на раскопки для поисков ископаемых. В экспозиции музея стоит вот эта витрина, в которой находятся образцы, собранные ребятами, самые красивые или интересные. Мой любимый экспонат Музей находится как раз на этой витрине. Это зуб крупной рептилии, крупной морской рептилии э киловейского плеозавра ферекс Коронка зуба длиною почти 20 сантиметров, ну при длине корня до 40 сантиметров весь зуб, соответственно, составлял порядка 60 сантиметров. Это были одни из самых крупных рептилий морских рептилий за всю историю Земли, и даже если они не достигали 25 метров, то оценки в 12-15 метров длины тела кажутся вполне реалистичными. Находка была сделана в Рязанской области, когда все ребята уже набрали прекрасных монитов. Один из них принес два фрагмента этой коронки. Как бы, когда стало понятно, что это может быть, мы стали осматривать место находки и поняли, что экскаватор карьерный в ходе работы, он ковшом зацепил коронку и Разрушил ее, раздробил, растащил на расстояние порядка 3-4 метров. В течение нескольких часов мы всей группы собирали самые крошечные фрагменты этого зуба и нашли довольно много. Из них около 80 удалось собрать вот в эту конструкцию. Она состоит из большого-большого количества мелких-мелких таких деталек тщательно собранных и тщательно подобранных друг к другу. Таким образом, для меня этот. Объект, этот образец, эта находка, она э, вот как бы является результатом труда большого количества увлеченных ребят. За все время изучения отложений нашего региона ничего подобного никто никогда не находил. Мы работаем в палеонтологическом музее с юными палеонтологами в течение многих лет. И все эти годы ребята имеют возможность самостоятельно выезжать на местонахождение для поиска ископаемых и находить что-то такое, чего не находил никто и никогда. Вместе с учеными делать какие-то научные открытия. Я уверен, что для ребят, для учащихся кружка, очень важно, что их находки вошли в экспозицию нашего музея, что они экспонируются в отдельной витрине, и они достойны того, чтобы встать в один ряд с находками наших предшественников, великих палеонтологов.